Новый сорт апорта вывели отечественные ученые. Специалисты провели ДНК-анализ 30 видов яблони Сиверса и создали алматинское красное яблоко, устойчивое к климатическим условиям. Альмира Уразбай расскажет. Новое детище ученых – это плод длительных исследований ДНК 30 видов яблони Сиверса. Эта яблоня устойчива к климатическим изменениям, а ее яблоки дольше хранятся, утверждают селекционеры. Именно этот новый сорт призван реанимировать былую славу апорта, восстановить которую пытаются уже несколько десятилетий. Работа основана на научных разработках. Мы сначала выращиваем в тепличных условиях, в помологических садах, в лабораториях. На это уходят годы. Возродить былой апорт, как его помнят старшее поколение, почти невозможно. На вырождение сорта повлиял и человеческий фактор, и естественный износ сорта. В Илийском Алатау сохранилось всего 1200 гектаров яблонь этого вида, но большая часть из них – возрастные деревья. Их теперь чипируют и охраняют. Несмотря на популярность, апорт является затратным сортом, говорят аграрии. Он подвержен бактериальному ожогу и требует особого ухода. Поэтому для интенсивного садоводства фермеры предпочитают европейские сорта яблок. Наверное, через некоторое время, когда мы освоим уже существующую технологию и выйдем на стабильный урожай, у нас появится возможность каким-то образом реабилитировать апорт. Многие спрашивают, когда появится тот прежний апорт. К сожалению, могу сказать, что сорт он не совсем коммерческий, он имеет ограниченные сроки хранения. Возродить алматинский апорт, вернуть ему не только внешний вид, но и вкусовые качества, надеются ученые. На решение задачи может уйти не одно десятилетие. Поэтому селекционеры осторожны в своих прогнозах. Альмира Оразбай, Алмаз Садуакас, Аят Дюсембаев, Хабар 24, Алматинская область.